очередная машина. Очередная машина центральной городской ярмарки. Хорошая машина, кстати. Машина нормальная. И мне не говорите, что Китай ничего не умеет делать. Ну, пункт номер один. В Китае делается машина. Раз. И по сути событий, Китай — это не Россия. Два. Я был в Китае, честно говоря. И объясню вам следующий вопрос. В Китае, да? У них машина никогда не была вот как у нас этим объектом культа, понимаете? Ну не было там такого. Всегда машины ездили. Мало того, чем Китай хорош, да? Тем, что у них очень-очень-очень хорошо развита другая штука. Так вот, в Китае, естественно, большое количество мотоциклов. Ну а как вы хотели? То есть китайцы, они вообще как бы немножко по-другому живут, я просто сейчас объясню. То есть китайцы, пункт номер один, 90% населения Китая живет в субтропиках. Или в тропиках. Нормально? Нормально, чтобы вы поняли, да, о чем речь. Население Китая, как мы вам говорили, да, это практически 2 миллиарда человек. И по сути событий, да они всю жизнь ездили на машинах. По сути событий, они также машины строили. И по сути событий, у них все было абсолютно нормально. И мы ездили на замечательном автомобильчике от фирмы Cherry. Cherry Amulet. Я вам как-то эту машину показывал. Теперь я вам эту машину покажу с пробегом. Ну вы же должны были думать, что эта машина не сможет бесконечное количество времени проехать. Нет, показываю. Машина с пробегом 2007 года выпуска. Мы вам в свое время показывали их новые. Была такая контора, которая нам эти машины продавала. А сегодня и сейчас автомобиль с пробегом 130 тысяч километров за стоимостью. Сейчас стоимость будет. Вы просто падаете. Вы просто упадете. По одной простой причине. Эта машина вообще денег никаких и не стоит. 127 тысяч рублей. Что такое 127 тысяч рублей? Ну, в принципе, эту сумму вы зарабатываете, ну, средний работник комбината заработает ее за 3 месяца. Вот. Нормальная цена? Я считаю, что это абсолютно нормальная цена. В принципе, все, что нужно, здесь есть. Магнитола, которая читает флешки. Естественно, есть. Полный электропакет. Вот видите, все открывается. Там тоже самое открывается. А здесь есть кондиционер, здесь есть механическая коробка автомат. Ну, хотите ездить на механике, пожалуйста. В принципе, внутри оснащение салона абсолютно нормальное. Вот, если вы мне что-то будете говорить, что насколько круто это все остальное, я вот буду круче всех, навороченней. А смысл в чем заключается? То есть, если вы круче всех и навороченней всех, вы, я, честно говоря, может, не понимаю, но есть у нас отдельные товарищи, которые считают, они, может быть, живут в обыкновенной, вот сейчас расскажу, однокомнатная квартира. Да, она, чтобы было понятно, они ее даже и не купили, понимаете? Но они мечтают о 200-м крузаке, я был такой крутой, навороченный, я... Фу, зачем это все нужно? Ну, рано или поздно вы к этому должны понять, да, как я к этому делу пришел. То есть я сейчас не собираюсь брать машины сверхдорогие. Пункт номер один. Зачем их брать по сути событий, да? Не вижу смысла. Можно просто взять небольшую машину и ездить на ней. Вот на этой машине она 10 лет прошла, она еще 10 лет пройдет. И как сказала практика, ржавчины здесь не существует. По одной простой причине, это машина Магнитогорская или где-то рядышком находящаяся. Потому что пункт номер один, здесь никто дороги не сорит. Будете дороги сорить, будете сами общаться. Где такая машина есть? Естественно, центральная городская ярмарка, потому что, ну, другого варианта нету. То есть везде вам что-то втирают. Я говорю, ну зачем втирать? По одной простой причине, да? Вы сейчас можете взять себе машины недорогие, качественные, и также продолжать ездить. Никаких проблем не существует. При этом цена тут 3 зарплаты комбината.